Ах, какая красота, птички поют. Ну, наше главное издание мира юрского периода. И, ребятки, свершилась игрулька, которую ждали мы очень давно. Jurassic World Evolution. Она уже вышла. Вышла, наверное, сегодня с утра. Я ее дистанционно установил, сработает. Зашел на свой домашний компьютер. Так, чисто запустил. Смотрю, ярлычок, короче, на рабочем столе уже появился. Значит, игра стала доступной в Steam, да? Но для многих зарубежных, более популярных ютуберов англоязычных, там игра была доступна по раннему доступу, то есть они уже вчера повыкладывали много видео, некоторые поснимали уже по несколько часов геймплея. Ну и давайте будем как-то их наверстывать. То есть я вот первый раз с вами запускаю, так что возможно какие-то там небольшие косяки, там по звуку не подогнал. Ну, будем сейчас по месту разбираться, ребятка. Очень тут спешил, как бы, чтобы это все сделать, но она, смотрите, переведена. О, добро пожаловать. Я доктор Ян Малкольм. Возможно, вы обо мне слышали. Нет, не так. Вы должны были обо мне слышать, тем более, раз уж вы здесь. Перед вами острова, которыми вы должны будете управлять. Если сможете. 5 смертей. Ох, если бы. Если бы только 5. А при чем здесь 5 смертей? Что-то я не понял. Это косяк перевода был? Почему бы не начать с острова Исла Матансерос? Там довольно безопасно. Да, здесь можно окунуться в работу. Лучше окунаться здесь. В других местах ждут злобные, страшные и голодные монстры. И лучше хорошенько подготовиться к встрече с ними. Вижу монорельс, вижу врата и знакомые пейзажи. Но здесь пока что пустота. У нас 5 островов, ребятки. И мы на первом. Первый у нас такой самый безопасный, тихий остров. Ладно, хватит. Я Кабот Финч, специалист по пиару и антикризисному управлению. И я вам помогу. Начните с постройки лаборатории Хэммонда. Чудесно. Так, наша менюшечка вот. Мы уже сооружаем загон. Просто пристройте к нему лабораторию. Но остерегайтесь динозавров. Шучу, шучу. Но все же. Так, ну и вот как-то вот так вот мы сейчас это все дело сюда поставим. Можно сместить. Давайте сместим. Сосредоточимся на том, чем вы здесь будете заниматься. На обустройстве парка динозавров на островах, которые мы называем 5 смертей. Ах да, нужно по-испански. Здесь же это любят. Las Cinco Muertes. А, вот, теперь понял. То есть это у нас 5 смертей имеет отношение к названию острова. Ясное дело, вам нужно подключить ее к электропитанию и к сети дорог парка. Так, дорожку. Ать, давайте, все готово. Теперь мы проведем настоящий тест. Выведем динозавра. Начните со Струтия мима. Щелкните по лаборатории и выберите инкубационный цех. Данных генома хватит для выведения вашего первого жизнеспособного динозавра. Вот так вот, да? Выберите здание для взаимодействия. Вот нам сразу в лабораторию. Инкубационный цех. У нас 2 инкубационных цеха получается. Здесь, знаете, такая арена, в которой были рапторы. Очень похоже. Отсюда у нас будут, в общем-то, выбегать наши динозавры. Так, струтиомим, родственник какой-то галимима, походу. И у нас 65%, то есть это не совсем качественные гены, нужно иметь хотя бы 50%, чтобы иметь возможность вывести динозавра, и за это еще мы платим. Боевые амбиции, вымирание отменяется, ставим эксперимент над законами природы. Что может пойти не так? Будет вам, доктор, мы уже многому научились и вложили в наше предприятие даже больше, чем в последний раз. Да, мистер Финч, да. В последний раз. Всегда есть последний раз. И еще один. И, как видите, вот идет полосочка, выводится наш динозаврик. Не всегда, то есть если у нас динозавр не 100% гена, он может здесь произойти ошибка, и динозавр не вылупится, ребята. Давайте нажмем выпустить динозавра. Начало жизни. Этот миг бесценен. Он результат несметного количества действий и реакций. Плод проб и ошибок, генетических мутаций и непостижимых комбинаций хаоса. И вот
На свет появляется живое, мыслящее существо. Творение уникальное в своем роде. Ну а мы, вы, теперь просто производите их. Что ж, поздравляю. Шикарно, шикарная озвучка. Меня очень радует то, что у нас здесь еще русский язык и озвучка. Так, эрочка, показать статистику динозавра. Здоровье 100%, еда не совсем, вода окей, ему комфортно, пастбище всего много, но ему нужно больше популяции и общительности. Это у нас, естественно, стадные животные, ну и выглядит все просто, просто на отлично. Нажимаем C, и у нас появилась свободная камера, да, только что... Ладно, давайте возвращаться. Вот наш струтомимчик. Ну вот, что-то я как-то... Эммонда заинтересован в развитии по трем направлениям. Безопасность, развлечения и наука. С моей подачи руководители отделов свяжутся с вами лично. Они будут поощрять вас и предлагать разные возможности, чтобы вы стали частью их команды. Выберите один из контрактов. Это будет весьма полезно для дальнейшего развития. Да, у нас есть три ветки развития. Это научный отдел, отдел развлечений и отдел безопасности. Так. Ну, давайте возьмем все-таки развлечения. Я Исаак. Слышал о вас много хорошего. Я отвечаю за отдел развлечений. Какой смысл создавать лучшее шоу мира, если его никто не увидит? Не отвечайте, вопрос риторический. Ответ банален. Парку нужны зрители. Привлеките посетителей. Заполните нашу территорию людьми. Больше народу, больше хлеба, зрелищ и возможностей. Это у нас, ребятки, не просто игра про динозавров. Здесь еще экономическая составляющая большая. Нам нужно зарабатывать деньги, чтобы спонсировать раскопки, выращивать динозавров. Для этого нужно привлекать клиентов и их кормить и обеспечивать. Давайте возьмем эту задачу. Построить и обеспечить электроэнергией экспедиционный центр. То есть это центр как раз, который будет летать на раскопки. Можно запрашивать у глав отделов в комнате управления. Выполняйте их, чтобы получить репутацию и дополнительные средства для расширения парка. Так, вот нам предлагают здание. Экспедиционный центр, да, это единственное, что мы сейчас можем построить. Экспедиционный центр. Так, вот Z и X это вращение самого здания. Давайте будем стараться строить как-то, наверное, поплотнее. Да, и еще. Ваша так называемая репутация. Страшно важная вещь. Если завоюете прочную репутацию в отделе, только выиграете от этого. В финансовом плане, я имею в виду. Но, как и в жизни, тут важно равновесие. Каждому отделу нужно ваше внимание. А отсутствие такого внимания могут принять слишком близко к сердцу. То есть здесь еще есть какая-то конкуренция между разными отделами, и они, походу, могут делать саботаж какой-то. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас. Поздравляю! Ваш успех не остается незамеченным в отделе развлечений. С повышением репутации вы получаете возможность браться за более трудные задания. То есть, как мы видели, когда мы строили здание, у нас были такие желтые кружки. Это кружки, в которых есть, я так понимаю, электроэнергия. В общем-то, где все готово для постройки здания. А вот и наша карта. Привет, это Исаак. Как успехи? У меня есть пара классных задумок. Ознакомьтесь и присоединяйтесь к команде победителей. То есть к моей. Нам дадут целый лям, если мы соберем 50% генов. Давайте экспедиционный центр возьмем. Команда палеонтолога можно отправлять на поиски. А с динозаврами можно устроить такое шоу, какого планета еще не видела. Тематические парки очень зависят от посетителей. А что привлекает людей больше, чем новые динозавры? Конечно же я. Ладно, я просто хотел сказать, что нам пора завести парочку новин. Да, сейчас мы пойдем куда-нибудь искать. Экспедиционный центр позволит вам отправлять команды палеонтологов на поиски новых окаменелостей динозавров. Из них можно извлечь ДНК, а из ДНК ученые вырастят настоящих, живых динозавров. А без них мы никуда. Так, в общем, так мы будем искать сейчас целенаправленный цератозавр. Вот у нас это точка. Вот тоже здесь есть цератозавр.
Ну, здесь подороже, как бы брать не будем. Еще доступна нам вот какая-то часть. Хуаянозавр, ребята. Главное прочитать, правильно? И как ребята говорили в интервью русскоязычные, что на территории России нет никаких ископаемых. То есть я вам этот вопрос задавал на разделе сообщества. Ну, они так, знаешь, может быть, когда-нибудь добавят еще и на территории бывшего СНГ какие-то раскопки. Но мы возьмем то, что подешевле, 75 тысяч. Отлично! Первая экспедиционная команда уже в пути. Эти ребята доставят свои находки в центр окаменелостей для извлечения. Ну, в общем-то, вы поняли. Полетел наш вертолетик. Единственное, что мне непривычно, знаете, я не могу вот правой клавишей мышки вращать камеру. Работа у вас не пыльная. Создавайте динозавров, которые привлекут посетителей. Посетители приносят деньги. Деньги открывают больше возможностей для исследований. Исследования нужны, чтобы улучшать объекты и создавать больше динозавров. Вот такой круговорот жизни, развития и ресурсов. Природа и бизнес. Видите? Все просто. В общем-то, нашел. Зажимаем колесико. По нажатию колесика у нас есть идет вращение камеры. То есть можно QE использовать, но колесиком побыстрее. Блин, у нас дождик пошел. А хочу здесь увидеть брахиозавров, ребята. Помните, здесь шли два брахиозавра. Хочу много брахиозавров. Но они доступны станут в конце. Потому. Так, центр окаменелости. Это у нас фосил. В центре окаменелости извлекают ДНК из окаменелостей и янтаря для создания новых геномов динозавров. Просто потрясающе. В общем-то, да, мы будем искать как раз окаменелости. Наш вертолет поехал искать окаменелости цератозавра. Да, и еще будут находить всякие попутные драгоценности, в общем-то, которые мы будем просто продавать. Вот, собственно говоря, наши динозавры жизнеспособные. Ну, процент генома, да, зависит от того, насколько у нас шанс вывести динозавра с первой попытки и насколько он будет хорошо жить и чувствовать себя. Так, ну и вот иногда попадаются другие находки. Что у нас здесь есть? Улучшение. Окаменелости у меня, походу, еще нету, да, не приехал мой вертолет. Где же мой вертолет? Так, давайте еще посмотрим, что у нас здесь есть. Исследовательский центр. В работе исследовательского центра вы можете всячески улучшать парк. Вас ждут новые удивительные здания, улучшения и многое другое. Это да. Здесь мы можем модифицировать наши гены в том числе. Что у нас тут по исследованиям? Давайте заглянем. Окаменелостей у нас нет. Генетические исследования. Так, что у нас открылось? Так, бесплодные земли, гены внешнего вида. Так, что у нас следующее будет доступно? Можно купить за 300 косарей, но пока мы спешить не будем. Это гены внешнего вида. Так, добавление этого гена изменит окраску динозавра. Ну, это чисто визуальное. Ну, для разнообразия стоит брать, потому что это может на что-то влиять. Стоять! Требуется исследовательский центр. А, ну, у нас есть один исследовательский центр. Так, проект по гибридизации. Здесь у нас будет индоминус, но это когда мы уже, получается, построим 4 исследовательских центра. Это будет пока что не скоро, и нужен иметь полностью трицератопса, 100% геном собранный, и, естественно, велоцираптора. Так, ну и тут, да, у нас написано, что еще купа разных других генов сюда входит, но они не обязательны. Извлекайте геномы из окаменелостей, добытых специалистами Центра окаменелостей. Это позволит увеличить количество данных, необходимых для создания динозавров. Так, это хорошо. Мы цератозаврика сейчас собрали, посмотрим, сколько там прилетело нам с вертолетом. Давайте пока здесь. Интуитивное обучение 1.0. Так. Добавление этого гена повысит атаку и стойкость. Тесты показывают. Это боевой, в общем-то, улучшение. Добавление этого гена повысит защиту и стойкость. Так, акула. Добавление этого гена повысит продолжительность жизни. Вот мне вот это, конечно, больше нравится. Не знаю, может, я рановато сюда полез, но пусть будет пока что здесь. Так, мы можем улучшать наши загоны. Так, стойкости обычного легкого добавляется электрификация. Это нам точно пригодится. Скоро и база знаний Инжен у нас здесь есть, ребята. Вот 42 динозавра у нас на данный момент доступны, да, в игре.
Ну, у нас есть пока что один Струтимимус. Так, и вот вверху у нас, кстати, есть тоже все меню. А, окаменелости. Ух ты ж, ё-моё! Сколько у нас здесь окаменелостей. Так, у нас есть очень качественные окаменелости Струтимима. И вот давайте исследовать нажмем. 38 секунд. Это у нас что? Нет ДНК, просто продадим. Хорошо. А, пока оно все здесь у нас, наверное, строится, нам нужно, ребятки, построить что-то, наверное, привлекающее туристов. Для этого давайте изменим ландшафт. Так, здесь у нас можно изменять радиус вот этого кружочка. По-моему, здесь вот обитают какие-то жители. Нет? Ну, по-моему, где-то видел эти. Давайте сразу так немножко. Даже не знаю, что хуже. Использовать этих существ как расходный материал или выставлять их как диковинки? Немножко уберем лишние деревья. Это нам сейчас тут не нужно, чтобы мы видели нашу территорию. Ну, все довольно быстро работает. Но пока что мне нравится. Так, где наш... Исследование завершено. Давайте ведем сюда... Окаменелости. Так, 50%. Давайте еще мы извлечем. Я не знаю, оно добавляется. Нам добавится сюда что-то после извлечения. Какой-то процент. Все-таки у нас на 2 звездочки, на 3. Может что-то добавится. 50. А, плюс 1, да, добавляется. То есть можно брать несколько окаменелостей разного качества и потихоньку их как бы, ну, коллекционировать, что ли. Так, вот здесь у нас должен был появиться цератозавр. Так, эра, позднеюрский период, семейство цератозавриды, цератозавр, высота 3 метра, вес 1 тонна, длина 10 метров. Видали себе такое? Когда я делал видео про вастатозавра, там я находил информацию, максимальная длина 9 метров. И мне даже некоторые писали, что 9 метров, это слишком дофига. Вот видите, ребята, уже тут даже 10,4. Давайте прочитаем немножко описание. Крупный терапод, прямо над глазами у него вырос необычного рода гребни, а на морде острый носовой рог. Но, как у аллозавра, тоже есть такие гребни рядышком. Его название означает рогатый ящер, цератозавр. Так, другой необычной чертой цератозавра был кожистый панцирь на спине. Интересно, кожистый панцирь на спине, то есть. Так, находки. Ну, здесь даже у нас есть информация. Отлично. Давайте возвращаемся сюда. Еще нажмем извлечь. Так. Вернемся, давайте-ка мы в наш центр. И давайте выведем еще одного... Струтика. И что я еще сразу вспомнил, нам же нужно поставить будет кормушку. Так, давайте глянем, где наш там братишка этот. Вот он у нас ходит. Так, давайте заград. Одного вашего динозавра вывести не получилось. Но я и не говорил, что создавать динозавров легко. Вот, гады. Так, нет, ну сейчас, подождите, я все-таки еще одного... Еще одного выведу. Они существа социальные. Так, и я хочу вообще-то забор построить. Так, врата, ограждение. Это Ламберт, глава отдела безопасности. К вашим услугам и к своим собственным. Добро пожаловать. Вот основной парадокс. Мы стремимся контролировать животных и в то же время поощряем инстинктивное поведение, так как у них отличные задатки бойцов. Знаете, все, в том числе и я, больше всего боятся, что динозавры вырвутся на волю в парк. Но любой новый шаг немыслим без риска.
Я это сделал, ребятки, специально, чтобы наш новый динозаврик появился туда, куда нужно. Ой, у меня тут еще дырка осталась. Вали отсюда. Будет неприкольно, если он сейчас перебежит на ту сторону. Так, ну, в общем, это то, что мне было нужно. Я сделал вот так. И теперь... сделаю вот так. А сюда еще добавлю врата. И теперь, как вы поняли, я выведу цератозавра, потому что... многие сделали ошибку в начале, да? Выпустили цератозавра в вольер с... вольер с нашими струтомимами, и он просто взял их и сожрал. Пока что это слишком для нас дорого. Давайте сейчас посмотрим. Вот они оба здесь ходят. И мы пока что ждем. Но нужно построить кормушку. Так. Не то. Где у нас... вот кормушечка, давайте. Поставим сюда кормушечку. Кушайте, мои дорогие. Смотрите, вот один у нас голодный был. О, смотрите, какой голодный был, бедняжка. А ты? Где у нас здесь еда? Но этот не такой голодный. Но хорошо. Хорошо, мы это сделали. Но нам нужно строить здание. Инфраструктура. Давайте вот гости. Что у нас здесь самое такое дешевенькое? Фастфуд, ребятки. Фастфуд. Так. Я хочу фастфуд построить. Нет, давайте все-таки вот здесь поставлю. И сразу же к нему нужно дорожку сделать. Так, и нужно будет сейчас разобраться с электрификацией. Что здесь у нас как работает? Так, это у нас электростанция у нас такая есть. Это подстанция. Распределяет электроэнергию по ближайшим зданиям. Необходимо подключить. То есть вот это как раз подстанция и создает нам такой вот желтенький кружочек, да? А это передает электроэнергию к подстанциям. То есть хорошо, это мы поняли. Вот, вот зона подстанции наша. Я Оуэн Грейди. Оуэн для друзей. Да для всех, наверное. Я видел вещи, о которых не хочу говорить, но на мой интерес к динозаврам это не повлияло. Точнее сказать, к крапторам. Мы с Блю приятели. У нас особые отношения. Как у меня с Клэр. Но не такие сложные. Вот такие вот дела. На самом деле забывать об энергоснабжении никак нельзя. Без силы тока у нас нет силы. Мы бессильны. Ну, перевод, конечно, такой. Не литературный. Что еще там? Мы не слышим, конечно, оригинальные голоса. У нас Клэр реально озвучивает Клэр в нашей игре. Ян Малкольм тоже озвучивает сам себя. А вот Оуэн Грейди, вот его озвучивает не актер. Здесь как бы, ну, это я помню, англичане что-то по этому поводу говорили, что голос то не тот. Так, ну, это мы теперь знаем. Это, кстати, убежище от урагана, по-моему. Но оно здесь нам именно не понадобится. Так, у нас вообще посетители есть? А это считается, что я дорогу проложил, или не считается? Мне вот интересно просто. Ну, ладно. Посмотрим. Где мои люди, а? Ух ты. Слышите? Неплохо. Неплохо. Так, где мой цератозавр? Ух, как он долго выводится. Так, выведите
и выпустите цератозавра. Хорошо, то есть мы это сейчас сделаем, это будет нашим первым заданием. Что у нас, давайте проверим по электроэнергии. Как я помню, вот наша подстанция не используется 15, то есть у нас как бы тут дефицит мощностей получается, ребят. А где наш исследовательский центр? Что у нас здесь есть по электроэнергии? Я знаю, что это нам понадобится. Здание. Давайте зайдем в здание. 200 тысяч. Магазин одежды. Ладно, пусть будет. Вот так. Электроэнергия. Недостаточно доступно. Так. О, вот люди появились. А почему их не было раньше? Вот есть, они сейчас взяли и появились. Что у нас по зданиям? Центр ОСА и станция рейнджеров. Здесь нужно будет подравнять ландшафт, я так понимаю. Так, гости хотят закупаться сувенирной продукцией. Я уже изучаю это дело. Так, гостиница, магазин подарков, фастфуд есть, магазин одежды 120 тысяч. Так. Давайте вот куда-то сюда поставим. Надеюсь, экономика нас не подведет. Ну, как-то так странно получилось. Ну, они ходят. Ходят, значит, все отлично. Смотрите, сколько людей повалило. Так. Фастфуд. Так. Давайте немножко поднимем цену. Ну, с этим мы будем разбираться попозже. Так, доходы 21. Расходы на эксплуатацию 23. Вы чё? Дамы и господа, подберите подходящий наряд в нашем новом магазине одежды. Ну, у нас еще мало просто посетителей. То есть не будем сейчас на этом концентрироваться. Нам нужно вот с динозаврами разбираться. Когда ты там уже выведешься? Во, отлично. Вот так вот все. Тихая жизнь в парке закончилась. Мы хотим, чтобы наши гости были всем довольны. Следим за тем, чтобы их потребности удовлетворялись. В каком-то смысле это похоже на заботу о динозаврах. Просто требований больше, а понимания меньше, да? Итак, в общем-то, это существо у нас необщительное. Выглядит очень даже неплохо. Мне нравится, как вы здесь все обустраиваете. Конечно, конечно. Леса у нас много, ему много не надо, я так понимаю. Популяция, ну, то есть еще их парочку можно добавить. Но все его, в принципе, пока что устраивает. У нас здесь купа еще закладок. Их можно переименовать. Будет у нас король. Вот такой вот у нас цератик. Так, что вот здесь случилось? Требуется присоединить к дороге. Да, конечно. Все, отлично. Что у нас по электроэнергии? У нас уже все, по-моему, закончилась электроэнергия. Неиспользуемо только два. То есть нужно будет строить сейчас, наверное, либо улучшать, либо строить новую станцию. И, конечно же, нам нужно, хотел гостей скормить, нам нужно построить жратву.
Так, ну эту вот штуку, кстати, обеспечивает плотоядных динозавров мясом и необходимыми питательными веществами. Еда выдается по расписанию, поэтому для кормления групп динозавров может потребоваться несколько кормушек. Удовлетворяет потребность в еде и нужно рейнджерам для пополнения. А вот это движущая цель для плотоядных динозавров, которая обеспечивает их мясом и необходимыми питательными веществами. Предоставляет меньше питательных веществ, чем кормушка для плотоядных, однако удовлетворяет потребности в еде и охоте. То есть, давайте сделаем это вот здесь. А сколько это все добро стоит-то? 200 тысяч. Нет, 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 я хочу еще кормушку поставим где-то. Где-то здесь. Посмотрим, что он выберет. Так, у нас тут козел бегает. Блин, ну как круто. Смотрите, какая красотища. Вот там, видели, жратва вылезла. Наземная кормушка. Во-во-во, вот она, вот оно. Да. Так, это мы сделали. Кстати, а что мы еще можем по зданиям строить? Так. Во. Тихо-тихо-тихо. Типа электроэнергии не хватает, да? Я просто такой вот. Если я поставлю здесь, это будет считаться? Что я построил. Похоже, вам не хватает электроэнергии. Так дело не пойдет. Постройте больше электростанций или увеличьте общую выработку. Да-да-да. Так, нам не хватает электростанции. Это я знал. Это я, конечно же, знал. Так, что у нас по улучшению зданий? Так. Выработка энергии 1.0. Риск отключения 5% увеличит общую выработку электроэнергии. Это займет 3 минуты. Сколько это бабла стоило-то? Давайте еще посмотрим, что у нас здесь мне есть. Мне все нравится. Так держать. Удовлетворенность гостей – вот наша цель. Пусть их радуют все мелкие и крупные детали в нашем парке. Особенно зубастые и с жуткими глазищами. Так, повышает точность стрельбы. Так, ну мы какое-то задание завершили. Миллион это про цератозавра. Нам доступен дракорекс. Это что-то похоже на стигемолоха. Отлично! Наши посетители счастливы, и их становится все больше. Вот почему все вокруг завидуют отделу развлечений. Наша работа приносит результаты. Согласны? Когда вот в парке все хорошо, наши исследования тоже не стоят на месте. Конечно, я бы ни за что не призналась в этом Исааку. А я все слышал. Я хотела добавить. Уже поздно. Я все слышал. Чао, док. Так, отправьте команду экспедиционного центра. Это наш новый директор по производству. Я в курсе, кто это, Кабот. Я доктор Дуа. Возглавляю научный отдел нашего парка. Так, вам нужно будет повысить свою репутацию в научном отделе. Со мной это будет непросто, но вы справитесь. Нужно следить за популяцией динозавров и за тем, чтобы они жили в наилучших условиях. Да я так и делал, у меня с трупом мимчики аж вдвоем, то есть у меня проблемы сейчас с электроэнергией. Я побывала на этих островах. Я совершила несколько ошибок на Исла Нублар, но постаралась превратить их в ценный опыт. Я верю в наше дело. Просто нужно делать его как следует. Так, вот так вот они имеют в виду. Здесь не у нас. Не упускайте такую возможность. Что их можно строить прямо в территорию клетки, в забор. С некоторыми динозаврами ваши гости хотят познакомиться поближе, но не могут. Постройте объекты с хорошим обзором. Только не перепутайте, с какой стороны защитного стекла должны быть посетители. Я вроде как не перепутал. Так, для этих целей можно использовать смотровые галереи и площадки. О, мне вообще интересно, что вот это у нас такая за башенька маленькая. Давайте попробуем.
А, она у нас еще закрыта, смотровая. Требуется исследование. Так, что у нас по деньгам вообще? Где у нас тут финансовая часть-то? Так, доходы 80, расходы 10, прибыль в минуту 70. Выработка электроэнергии, это мы знаем. Это мы знаем. Так, ну у нас тут буквально пару минут осталось, минутка-две, пока улучшится наш генератор. Так, что у нас тут в разделе палеонтология? Здесь просто будет вся информация, да? Так, архив. Персонажи. Так, Исаак. Клэр Диринг. Мистер ДНК. О, еще такой старенький, прикольный. Так, доктора Каджал Дуа. Так, Карбон Финч Энтертеймент у нас развлекуха. Оуэн Грейди. Так, бывший морской котик Оуэн Грейди стал сотрудником отдела безопасности мира юрского периода на Исла-Нубра. Его главная задача — изучение поведения велоцирапторов. Так, после других тренировок и импринтинга стая велоцирапторов признала его предводителем альфа-самцов. Это мы знаем. Так, Грейди — добродушный человек. Во время инцидента на Исла-Нублар спасли многих туристов и вместе с его друзьями-велоцирапторами сразились с Индоминусом Рексом Блю. А уже почему-то здесь история мира юрского периода 2 не вспоминается, да? Проработал протокол Грейдис, вот правила и руководство для понимания инстинктов динозавров. Так, болезни. Простуда. Ничего себе, распространение вируса. Динозавры, кстати, да, у нас могут болеть. А кого я тут не просмотрел? А, вот у нас еще есть Ламбард по безопасности и доктор Малкольм. Всемирно известный математик и специалист по теории хаоса. Еще кто-то есть. Смотрите, сколько, как много у нас персонажей. Опачки, Тим Мерфи. Внук Джона Хаммонда. Тимми и младший брат Лекс. А когда мы его встречали? Мы же его вроде как еще не встречали. Но нам уже об этом говорят. Так, ну, динозавры. Новая, давайте избавимся. Так, кстати, струтимимчик 1,6. Высота, вес 150. Длина 4,3. Так, гены. Так, прочность зубов и костей. Это у нас жучок нужен, да? Так, что только что-то выскочило. Так, прочность чешуи и шкуры. Так, сила мускулов, сердце и легких. Ух ты, прикольная штука. Это должно повысить живучесть наших динозавров. И здоровое пищеварение. Вот, крепкий иммунитет, да, кстати, хорошая штука. А мы немножко тупим, да? Почему-то не извлекаем вовремя. А, то есть я могу все здесь поизвлекать по очереди. Очередь у нас соблюдается, да? 2, 3, 4. Вообще все шикарно, ребятки. Так, как там наше улучшение? Динозавры — это у нас фильтры. Так, ну нам еще придется, наверное, строить вторую станцию, потому что я... не дождусь. Хотя, о, смотрите. Вот так вот. У нас два улучшения. И что у нас теперь по электроэнергии? Неиспользуемая 15. Хорошо, давайте попробуем построить еще. Отправим же, естественно, на экспедицию. Кто у нас здесь есть? Цератозавр. Эдмонтозавр, Дракорекс. Подождите, нам что-то было доступно про Дракорекса. Дракорекс и Трицератус. Давайте сюда отправим. А сколько это времени занимает? Здесь нам пишется. Я по нему не могу тыкнуть, да? Не могу. Он у нас улетает. Так, и тут есть еще косячок, да? То есть, ну... То, что я хотел сделать, я сделал. Кормушки у нас под видом. Кое-что наши людишки могут видеть. Это уже хорошо.
И денежка капает нам. Проблем пока что я не вижу. Давайте будем строить дальше здание, ребятки. Что мы сейчас еще построим? Центр осада. Экспедиционный центр. Центр осад. Ну, здесь у нас нету распределительной, да? Давайте попробуем ландшафт здесь как-то поравнять, что ли. Выровнять. Не, давайте сначала уберем деревья здесь. А вообще у нас что здесь? Да, у нас здесь есть некислый такой перепад. Ух ты! Вот это я сгладил. Ладно, давайте сейчас будем пробовать. Не, это у нас слишком большое здание, оно сюда, ну, никак не пляшет. Так. Здесь тоже у нас проблема с ландшафтом имеется какая-то. Ну, вот так вот, в принципе, сойдет. Оно у нас сейчас быстренько достроится. Рейнджеры. Ну, пока что у нас нет задач. Давайте управлять транспортом. Мы здесь можем тоже спокойненько себе кататься. Шумная машина. И, в общем-то, задавить посетителей мы не можем. Отлично сработали по тому контракту. Вот такой вот у нас вездеход. У нас тут довольно высокий подъем. Так, что-то мне кажется, что нам не хватает. Нам не хватает дорог. У меня есть для вас заманчивое предложение. Мы сможем поработать вместе и создать жизнь. Настоящую жизнь. Если вы слушали доктора Малкольма, то знаете, как это важно для нас. И для меня. Так, это мы, конечно же, сделали. Нам еще нужно построить дороги к вратам. Я знала, что вы именно из таких. Из любознательных, увлеченных. Знала, что вы не устоите. Так давайте начнем. Так, это считается, что я дорогу провел? Вместе мы сможем создать более настоящих особей динозавров. Для этого нужен полный геном. Думаю, вы справитесь. Только не подведите меня. Кстати, у нас же здесь есть разные дороги. Узкая, широкая. Ну, вот очень странно, да? О! Ну, не знаю, считается ли это, что дорога подходит куда надо. Так, что у нас там? Так. Давайте разберемся с этим нашим зданием. И сейчас мы, наверное, серию закончим. Но сегодня, ребятки, я сейчас запишу сразу же еще одну. Так, с электроэнергией у нас все в порядке. Так, осталось всего лишь 5 единиц энергии. Ребятки, 5 единиц энергии. И... Ну, пока что все, ребятки. Давайте тогда мы закончим. Людишек пока у нас маловато. Ну, что-то пожрать есть. Что-то купить есть.
нужно строить больше динозавров, строить электростанцию и дальше расти, пока что у нас недоступно. На каждом острове можно построить не больше одного экспедиционного центра. Вот оно что. Центр ОСА есть, станции рейнджеров есть, но их можно построить несколько. Это хорошо. Ну, денежки у нас вроде как особо не заканчиваются. На мой стол только что положили новый контракт. Вам нужно взглянуть. Так, нужно вывести из три штуки трицератопса. Ну, отлично. Хорошо. А еще давайте, почему мы как бы ждем? Давайте выведем пока что еще одного цератозавра. Блин, 58%. Ну давайте попробуем. Пусть они вдвоем себе ходят, там две кормушки стоят. Посмотрим, как у нас получится, либо нет. Так, теперь точно все. В общем-то, я пошел монтировать это видео и выкладывать, а потом буду снимать следующее видео. Всем пока!